Вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія Федір і мій гість сьогодні це Реміс Юнус, американський політолог, експерт з міжнародної політики та екс-керівник апарату уряду Азербайджану. Здравствуйте, господин Юнус. Вітаю вас, дякую за запрошення. Уважаема Анастасія, давно не виділись. Рад вас видіти добрим здоров'ям. Привітую всю нашу многоуважаєму аудиторію і привітую із моєго рідного міста Баку, де я нахожусь в даний момент. І, звісно, слава Україні. Героям слава, благодарю вас. Начнем давайте с информации, которую нам дали в офисе президента. Андрей Ермак говорит, что офис президента сегодня работает со штабами обоих кандидатов президента США, потому что важно, чтобы у обоих кандидатов был план украинской победы. Но здесь, конечно, главный вопрос. Ну, не знаю, там, входит ли Курская область в план победы Америки, но все же, на каком месте сегодня Украина в предвыборной кампании США? Чего ожидать? Ну, это хорошо, что работает, наверное, и с одной, и с другой стороны. Не, ну то, что такая информация официально озвучена со стороны главы офиса президента Украины о том, что вы работаете и с действующей властью и с теми, кто претендует на эту власть, это правильная политика сегодня внешнеполитического ведомства Украины, это однозначно. И вы всегда должны придерживаться именно этой позиции. И не только касательно Соединенных Штатов Америки, но и касательно всех тех стран, которые, в которых вы нуждаетесь. Вы не должны вовлекаться во внутриполитические дрязги в той или иной стране, на чью вы помощь рассчитываете. Даже если это не страна коллективного Запада. Это может быть тот же Китай, тот же Израиль. То есть все страны, которые в той или иной мере, в которых вы заинтересованы, да, в лояльности или хотите что-то от них получить, поддержку какую-то, военно-техническую, политическую и так далее. Это очень важно, не вовлекаться в дрязги, не становиться стороной, потому что это не ваша проблема, не ваша тема. И таким образом и власть, и оппозиция в той или иной стране, но в первую очередь, конечно, в Соединенных Штатах Америки, как главная страна на планете, они будут всегда использовать вашу тему так, как вам нужно, ежели вы, конечно, правильно построите работу как с властью, так и с ее оппозицией. И надо, с моей точки зрения, работать именно таким образом, чтобы до них реально доходили бы, что это именно в интересах США в целом, в стратегическом плане, да, поддерживать Украину, будь то это действующая власть или будь то те, кто претендует на эту власть. Вот. И поэтому, с другой стороны, вы должны также понимать о том, что это ваше видение. Но в Америке у них совершенно другое видение на то, что происходит на российско-украинском фронте, на то, что происходит на Ближнем Востоке, на Южном Кавказе или где бы то еще ни было. Да? Потому что они исходят из интересов своей страны, так же, как вы исходите из интересов своей страны. Это так всегда было в большой политике. И вы должны тоже понимать, в чем их интересы и той или иной партии, да, и почему они так отличаются. И вот поэтому, почему вот полгода в Конгрессе вот так они бодались по поводу поддержки и Украины, и Израиля. Почему эти две темы стали такими спекулятивными, да, во внутриполитической жизни в США. И когда вы будете так хорошо владеть этой тематикой, ну, для этого и существует ваше посольство, для этого существуют и другие структуры вашего государства, которые должны это хорошо знать и информировать центр, чтобы правильно работать как с властью, так и с оппозицией, и в целом с американским политическим истеблишментом и с американским обществом. И таким образом, в конечном итоге, та или иная страна, а в данном случае Украина, и добиваются конкретного результата того, который вам и нужен. Вот. Поэтому такого типа заявления, они очень важны. Всегда нужно держать дистанцию. Я замечаю, что вы буквально и в предыдущей администрации во времена Дональда Трампа, как вас не хотели бы притянуть за уши, вот эти, вы видите, это дошло даже, тема Украины дошла даже до импичмента, да, стала как-то давлеющей темой, да, в этом плане. Но очень хорошо, что вы не вовлекались. Видите, это как вызвало определенную ревность со стороны определенных сил здесь, в Соединенных Штатах Америки, которые, ну, хотели бы, чтобы вы вовлеклись бы в это. И тот же позиция того же Дональда Трампа с первого дня именно касательно Украины, она именно иногда и носила личностной характер в том числе также, потому что для них важно было свалить друг друга, да, Трамп, Байден, Байден, Трамп. Но это не ваша проблема, но вы вовлечены. Поэтому это очень важно отметить.
Теперь, что касается того, что на сегодняшний день происходит, реально, с точки зрения Америки, и что вам стоит ожидать. Да, конечно, президентская кампания набирает уже сильные обороты, большие, и она уже выходит, в принципе, на финишную прямую. Потому что произошло то, что, в принципе, я на всех ваших каналах регулярно говорил о том, что не надо торопиться, когда все год назад уже были уверены, что будет Трамп и Байден. Я говорил о том, что надо дождаться съездов этих партий. И особенно того, кто будет вице-президентом у того или иного кандидата. Потому что, по моим наблюдениям, в конечном итоге в бюллетене не будут две фамилии – Трамп и Байден. И, как видите, одна фамилия исчезла. В результате того, что она исчезла, резко поменялась картина и стратегия. Потому что, по ходу дела, надо менять стратегию. Республиканцы однозначно 100%, ну 99% были уверены, что Байден не сойдет, и они строили тактику в расчете на это, так же, как и демократы, потому что вот тактика была такая, из двух зол надо будет выбирать меньшее, и каждый из них считал, что меньшее зло – это они. Вот. И когда после дебатов, неудачных дебатов Байдена, демократы поняли, ну, все-таки было видно, да, и в общественном мнении было видно, что это на самом деле так ударило по имиджу лично Байдена, да, что ему надо сходить. Просто он долго ерепенился, так сказать, не хотел этого делать, пока ему популярно не объяснили его ближайшее окружение, в том числе, да, потому что тогда ты идешь и нас всех берешь с собой на поражение, а этого допускать нельзя, и он сам этого не хочет. И поэтому, естественно, они поменяли тактику, и однозначно это должна была быть Камала Харрис. И вы видите, как в одночасье человек, про которого говорили, у него никакого авторитета, никакого на федеральном уровне значения нету, потому что она была все время в тени. И вдруг сегодня она стала в авторитете больше, чем сам Байден, и по многим вопросам, ну, которые проводят сами демократы, она как будто бы опережает Трампа, в то время как сторона Трампа и их средства массовой информации говорят, что он опережает ее ровно так же, как опережал Байден. Да, то есть, значит, получается, все это то, что нам говорят, это все неправда. Это просто за уши притянутое шоу, просто была роль у этого человека, его убрали. И поэтому им приходится менять стратегию. И здесь я уже говорил на всех эфирах, на вашем еще не говорил, могу повторить. Это важный момент, чтобы вам было понятно. С моей точки зрения, республиканцы и лично Дональд Трамп совершили маленькую ошибку, не выбрав Ники Хейли в качестве вице-президента. Так была бы обеспечена 100% победа. Ну, после неудавшегося покушения на Дональда Трампа, я так понимаю, он настолько уверовал в то, что он сегодня взлетел в качестве героя, и он решил отмахнуться от кандидатуры Ники Хейли и выбрал себе вот этого малоизвестного, не имеющего никакого политического опыта и бэкграунда, Джей Джи Венса, и который всего сенатор 2 года, и по протекции самого Трампа, по просьбе его сына, вот, и у него нет никакого ни федерального опыта, он всего лишь 2 года сенатором, да, и поэтому он не был ни губернатором, не работал на федеральном уровне так долго, да, как та же Ники Хейли, так та же, как Камала Харрис, или так же, как вот кандидатура на вице-президенту у Камала Харрис, да, Тим Уоллс. Вот, поэтому это все, конечно, была, с моей точки зрения, тактическая ошибка со стороны республиканцев. И насколько этой ошибкой сегодня воспользуются демократы. Ну, во всяком случае, кандидатура вице-президента демократов, она посильнее, чем кандидатура. Другое дело, другой вопрос. Трамп посильнее Камалы Харрис или нет? И ответ на этот вопрос мы получим на дебатах, которые должны состояться в сентябре. Сейчас только обговорится дата. Я не думаю, что эти дебаты будут сорваны, потому что тогда это ударит по имиджу как Трампа, так и Камала Харрис. И, а как пройдут эти дебаты? Одно дело Трамп против Байдена. Тут он победил, и он брал нахрапом старика. А тут ему придется брать нахрапом прокурора, который, у него все-таки есть уже конкретное уголовное наказание в этом плане. Поэтому здесь будет прокурор-преступник, а она все-таки прокурор, и она уже тоже готовится. Да? Как их подготовят к этой беседе? Как, напоминаю, что именно дебаты неудавшиеся Байдена обернулись фиаско для демократов. И очень много сегодня будет зависеть именно от этих дебатов, как между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, так и между Тим Уоллсом и Джей Джи Венсом. Потому что по опыту, конечно, кандидат Камала Харрис,
он намного опытнее, он, помимо того, что он работал очень долго в Конгрессе, и он еще успешный губернатор, два срока победил большим отрывом, более того, победил там, где обычно республиканцы, и плюс он на самом деле обычный американец, да, тот самый, которого, вот, например, Дональд Трамп хочет преподнести свою кандидатуру, своего, да, вице-президента. И главное, как они будут вот в этих службах, учитывая, что вот такого типа проблему, я так думаю, вот именно на этом и будет играть кандидат вице-президента от демократической партии против республиканцев. Но опять же, тоже между ними должны состояться дебаты. И вот эти дебаты дадут окончательный расклад, потому что после дебатов можно бы уже говорить, что кто победит. Потому что в этих штатах сегодня нет никаких социальных таких данных, статистических данных, которые могут точно говорить поддержку того или иного. Потому что те или другие, которые проводят опросы, там на 2-3% то в пользу Харрис, то в пользу того же Дональда Трампа. Но это неправда, они все ангажированные. Вот, поэтому очень трудно сегодня определить. Теперь через призму Украины, как они воспринимаются. Да? Ну, на словах, как вы видите, Тим Уолтс говорит все то же самое, что говорит Камала Харрис. Камала Харрис говорит все то же самое, что говорит Джо Байден. Да? Поэтому то есть, они будут говорить эту же политику. И если вы спросите мое мнение, они, конечно, будут продолжать эту политику после того, даже когда они придут к власти. Потому что это политика демократической партии. Она касается как российско-украинской войны, как касается того же Ближнего Востока. Потому что они же не первый день у этой власти. Они в 2014 году такие были. И в 2008 году, когда они пришли, Обама с Байденом. А все эти люди, которые там находятся в команде, в той или иной мере, да, они и будут придерживаться линии этой партии. Поэтому больших изменений ждать не стоит. А то, что Тим Уолс сегодня говорил, там нашли его фразы хорошие касательно той же Украины. Ну и что дальше? Во-первых, он кандидат, он вице-президент. Не он будет определять стратегию государства, стратегию партии. Определяет ее, конечно, в первую очередь президент. А он просто будет исполнителем, он будет вторым номером. Вот. И это один момент. С другой стороны, есть линия партии. Что касается республиканской составляющей, потому что тут Джей Джи Венс, тут вообще гадать не приходится, потому что Джей Джи Венс вообще не будет иметь никакого мнения, потому что для того его Трамп и выбирал, чтобы у него не было даже на 1% сомнений, что он может повести себя в конце, как Майк Пенс. Да? Поэтому Дональду Трампу и не нужна Ники Хейли, потому что Ники Хейли независимый человек, амбициозный человек, который претендует на роль президента. Я не сомневаюсь, что наверняка люди, которые сегодня сдерживают ту же Ники Хейли от критики Дональда Трампа и заставили ее выступить в поддержку Дональда Трампа, они наверняка ей предложат должность. Это может быть и должность госсекретаря, это может быть и должность помощника по национальной безопасности. Ну, если Трамп победит, да, в этой администрации. Чтобы в перспективе та же Ники Хейли, уже после Дональда Трампа, могла бы претендовать на роль следующего президента, кандидата от республиканской партии, да, на следующих выборах. Поэтому я так понимаю тактику республиканцев. И резюмируя, могу сказать, что позиция, если победит Дональд Трамп, она не будет ничем отличаться от той позиции, которую мы сегодня слышим в этой ситуации. Он будет действовать, у него нет, так сказать, какой-то стратегической конкретной линии. Он будет действовать в зависимости от той ситуации, которая будет на тот момент. А за полгода ситуация очень может сильно измениться, включая вот то, что вы сейчас делаете на Курском направлении. Вот, и вы видите, в этой тематике вас поддерживают. И негласно поддерживают и в Вашингтоне, негласно поддерживают и в Европе. В Европе очень сильно поддерживают в этой тематике, потому что Европа понимает, что ей надо уже готовиться на тот момент, что вдруг придется им действовать без не такой поддержки Соединенных Штатов Америки, если вдруг придет администрация Трампа. Да? Если Европа будет очень сильна в поддержке Украины, а Украина будет очень успешной, и с этим придется считаться и американцам, и лично там уже Дональду Трампу. Поэтому сказать о том, что Дональд Трамп придет резко поменять все, нет, он прагматик, и те люди, которые вокруг него, они прагматики, они будут считать в первую очередь деньги и интересы Америки. Если эти интересы Америки будут как-то защищены и на европейском континенте в том числе, они могут и продолжать ту же политику или поддерживать по-другому. Главное, чтобы спекулятивность украинской тематики, так же, как спекулятивность ближневосточной тематики, была бы выгодна той или иной администрации. То есть их подход на все эти вызовы внешнеполитические, они базируются именно на этом. И если сегодня это вот на этом уровне выгода, они будут так и реагировать. Через полгода это может быть по-другому, на следующий год это может быть по-другому. Поэтому старайтесь, чтобы повестку дня
этой войны и вот этого всего того, что происходит сегодня на украинской земле, чем больше вы будете диктовать эту повестку дня, по возможности, тем это будет облегчать ваши возможности в работе как с Европой, так и с США. Вы же поменяли повестку дня в самом начале, от блицкрика до того, что вы, с вами стали уже считаться и вас стали поддерживать. Поэтому вот то, что вы сегодня делаете на Курском направлении, это попытка как раз-таки лишний раз усилить вашу повестку дня, которую вы продвигаете, и ежели вы увидите поддержку со стороны Европы и США в той или иной мере, тогда это хороший сигнал и для вас, чтобы усиливать именно проталкивание ваших нарративов. То есть я хочу, чтобы вы не обманывались бы и от того, что кто-то сегодня что-то хорошо сказал, а кто-то завтра, и он завтра будет продолжать. В Америке, так же, как в Европе, таких не было и не будет. Линдси Грэм – это наглядное там его свидетельство. Линдси Грэм в начале войны, Линдси Грэм в середине войны, Линдси Грэм сегодня, да? И он приезжал даже к вам в Киев. И не обманывайтесь, не стройте иллюзий. Просто делайте так, чтобы все считались бы с вашей повесткой дня. Также вот в контексте переговоров, также говорит Андрей Ермак, что мы хотим, чтобы они были уже вот в этом году, в 2024, но есть условия, без которых этот второй саммит, он может не состояться. Сказал также Ермак, что мы реалисты, мы понимаем, что нужно, чтобы многие страны поддержали этот план, ну и потенциал, что мы уже увидели на первом саммите. Но здесь в контексте переговоров, когда мы разговариваем с экспертами, они говорят, что ну, мол, почему вы боитесь переговоров, да, другими словами, заморозки войны, потому что вот посмотрите на Азербайджан, который почти 30 лет возвращал свои территории и в конец концов вернул. Ну, не знаю, можно ли сравнивать нашу территорию, да, и то, что было у вас, но все же, 30 лет. Вот как думаете, такой сценарий, как Азербайджана, возможен в Украине? И что делать, чтобы все равно, в любом случае, эти территории вернулись? Если говорить, что не сейчас, пусть позже, как сегодня мы можем взять ваш опыт и сделать так, чтобы было более успешно и скорее возвращение наших земель? Я был недавно на форуме в Карабахе, в городе Шуша, освобожденном от многолетней оккупации, жемчужина Карабаха, культурная столица Азербайджана. И там были представители 50 стран мира, и, кстати, там были представители Украины и России в том числе. То есть было там очень много представителей разных стран, которые, мягко скажем, не очень-то хорошо относятся друг к другу. Но это был международный форум. Тем он и интересен, когда люди иногда говорят, как там могут быть российские журналисты, как там могут быть еще кто-то. Международные форумы для того и существуют, чтобы туда собирались бы все, чтобы там был бы обмен мнениями, и чтобы понять нарративы и основные моменты. Это для этого они существуют. Как Организация Объединенных Наций. Да? Просто другое дело, чтобы в предметной плоскости там на выходе были бы конкретные результаты. Я помню, там украинская журналистка, кажется, ее звать Марина Гончарук, это есть в информации, там можете найти, посмотреть. Она задала хороший вопрос, вот похожий вопрос, который вы задаете президенту Азербайджана. У нее была там большая пресс-конференция, более 3 часов. И он откровенно отвечал на все эти вопросы, и он там также ответил на этот вопрос касательно и опыта Азербайджана, и переговорном плане в том числе. Я помню, президент Азербайджана говорил о том, что, а вы что думаете, мне было приятно встречаться, улыбаться, сжать руку тем президентам, так называемым, Армении. Он не назвал их фамилии, я могу назвать, кого он имел в виду. В первую очередь Роберта Качаряна и Сержа Саркисяна, у которых, он говорит, по локоть руки в крови, и они виноваты в Ходжалинской геноциде, трагедии азербайджанской деревни. 613 человек в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года были вырезаны 31 год тому назад. И это сделали вот как раз-таки эти два негодяя, потом которые стали президентами. А он с ними встречался, и до этого встречался его покойный отец, тоже бывший президент Азербайджана, Гейдар Алиев. Поэтому это интересы государства, когда требуют, ты встречаешься с кем хочешь. И это не говорит о том, что ты не защищаешь интересы государства. Встречаешься, а потом в конечном итоге, вот когда на выходе оказывается вот такой результат, который сегодня Азербайджан имеет, и в подвалах азербайджанских тюрем находится огромное количество
других негодяев, которые имеют непосредственное отношение. Так вот эти все сепаратисты, они сейчас все сидят у нас тут и готовится свой Нюрнбергский процесс. И вот этих двух преступников, Саркисяна и Кочеряна, сегодня они боятся за свою судьбу. Они боятся, потому что их опекает сегодня конкретно Россия. Это пророссийская оппозиция в Армении сегодня. Они даже в парламенте представлены, да, Армении. Ну, вы же видите, как конъюнктура меняется, да? Конъюнктура меняется. Я, Россия уже 30 лет назад, Россия в Первой Карабахской войне по отношению к Азербайджану. И Россия в сегодняшней войне по отношению к Азербайджану. Мы сумели ее нейтрализовать. Поверьте мне, не за красивые глазки. Совершенно не за красивые глазки, и не от того, что Россия вдруг влюбилась в Азербайджан. Поверьте мне, это не за красивые глазки это все произошло, то, что Азербайджану удалось нейтрализовать сегодня Россию. Это грамотная, умная внешняя политика Азербайджана на протяжении десятилетий. И учитывая геополитические процессы, которые идут в мире, геополитические процессы, которые идут в нашем регионе, учитывая взаимоотношения и конфронтацию, которая началась, так называемая холодная война, ее зачатки начались в 2008 году, которая вот сейчас уже годовщина очередная, да, агрессия России против той же Грузии. Вот, и тогда поведение Азербайджана, еще не все, правда, не все знают все, как было, да, но то, что Азербайджан на тот момент стал мощным в поддержке той же Грузии, совершенно не так, как Соединенные Штаты Америки, Европа и все остальные. И Михаил Саакашвили достаточно хорошо сказал на эту тему, но опять же он сказал, еще не пришло время, чтобы всю правду говорить. То, что сделал Азербайджан для Грузии в те трудные дни. Да? Поэтому далеко это не случайно. Я к чему? А Азербайджан это делал, потому что Азербайджан прекрасно понимал, с чем это может обернуться и для Азербайджана самого в этой ситуации, вот в этой геополитической игре. Поэтому это очень важно понимать, какие идут геополитические игры и как большие центры могут давать под раздачу, да, маленькие страны, и Азербайджан, и Грузию, и Украину, и Молдову. И это регулярно происходило. Они говорили, что это борьба демократии с автократиями, и в то же время демократия с автократиями на триллион долларов делают деньги. Я имею в виду Европа с Россией, 1,5 триллиона, Америка, Европа с Китаем. Ну, демократия с автократией, да? А под раздачу попадают вот эти все страны. И когда ты это понимаешь, и 30 лет назад одна была политика, сегодня это другая политика. А вы вот сегодня находитесь, так сказать, под раздачей. Сейчас вы попали под раздачу, а вы не первый день это, вы уже давно под этой раздачей. А по зачатке этого начинались в том же 2008 году, когда вас и Грузию не принимали в то же НАТО. И, к сожалению, политический истеблишмент вашей страны не прочувствовал это, неправильно проработал. Более того, огромное количество ошибок было за все 30 лет. Если вам легче от этого, эти ошибки были и у Азербайджана, эти ошибки были у многих на постсоветском пространстве. Это от неопытности многих. Вот. Я тоже работал в правительстве, могу честно признаться, да, я тоже совершал ошибки, потому что не понимал до конца, что как это так, Америка, оплот демократии, вот так они могут обманывать, они могут, у нее, оказывается, могут быть двойные, тройные стандарты, могут говорить о демократии, о правах человека, о свободе слова и в то же время поддерживают агрессора Армению. 907-ю поправку против нас, а мы защищали свою родину, свою землю, свой суверенитет. А сегодня мы понимаем же, я живу вот в Америке, я знаю, насколько их много и как они проникли в истеблишмент, в средства массовой информации, в Конгресс и везде. И вот таким образом, а там, вы думаете, они на карте знают, где находится Азербайджан, или, ну зато это армянское лобби, оно грамотно использует этих американцев, таких жуликов, как Роберт Менендес, который вот не сегодня, не завтра будет сидеть в тюрьме, у которого дома нашли 500 000 наличными, золотые слитки. Вы слышали, да, про этот позор? И это 30 лет он был одним из лидеров армянского кокуса. Кровь пил Азербайджану, который приложил руку к этой 907-й поправке. Вы понимаете, да? Представьте себе, какого типа люди, на каком... А они есть и в Европе, в том числе, в той же Франции. И у нас не было тогда таких возможностей. И тогда... А мы еще внутри страны не были консолидированы. Вот, и раздербанили нашу страну на все части. И северный сосед, и южный сосед, и запад в том числе. И мы потеряли Карабах, и 7 районов, и все. То есть и мы подписали Бишкекский протокол, так же, как вы в 2014 году. У нас был свой 2014 год, 1994 году. У вас он был в 2014 году. Потом у нас то, что у вас сегодня происходит, это вторая Карабахская война, у нас сейчас происходит. Вот теперь просто мы ко второй Карабахской войне готовились.
Мы готовились вот, как в информационном плане, мы готовились в военно-техническом плане, армию готовили благодаря военно-технической поддержке Турции, благодаря нашим хорошим отношениям с Израилем в военно-техническом плане в первую очередь, благодаря нашим стратегическим отношениям с Пакистаном. То есть во всех мы подготовили армию, мы подготовили общество, мы поработали со всеми, включая и Россию, и Иран, и Запад, и США, и Европа. И мы сумели сделать так, чтобы нейтрализовалась вся эта ситуация так, как нам это надо. Когда началась вот, конъюнктура, легла таким образом, нам стало выгодно. Напоминаю, что в США был в это время президентом Дональд Трамп, который даже на карте не знает, где находится Армения и Азербайджан. И он на митинге в Калифорнии армянам сказал: вы кого поддерживали? Вы поддерживали Джо Байдена и Барака Обаму? Вот пускай они занимаются вашими армянскими проблемами. Мне это неинтересно. А нас это устраивает. Ему до лампочки Азербайджан и Армения. Нас это устраивает. Главное, чтобы он не вмешивался. А если он не вмешивается, если Россия не вмешивается, и если Иран не вмешивается, так как они вмешивались 30 лет тому назад, значит, напрямую мы сами остаемся с ними. Да? А мы разберемся. У нас 10 миллионов, 3 миллиона. У нас армия по стандартам НАТО, а у них армия российского образца. Российскую армию сейчас вы видели 2,5 года, на каком она уровне. Да, она масштабом берет. Она масштаб... Ну, у Армении не было таких масштабов против нас. Плюс у нас было все то военно-техническое, все то лучшее в военно-техническом плане. Все, что есть и у Турции, все, что есть у России лучшее, все, что есть у Белоруссии лучшее, и все что лучшее, что есть в первую очередь того же Израиля. Азербайджан был военно-техническим готов. Мы готовились к этому, понимаете, по всем направлениям. И вот это опыт Азербайджана, да? А вот эти переговоры, которые мы делали, это просто переговоры. Мы прекрасно знали, что в этих переговорах нам ничего не светит. Ну, представьте себе, Минскую группу ОБСЕ. Вот вам тоже сейчас в этих переговорах, которые хотят вам навязать, вам ничего не светит. Это будут такие же переговоры, как Минские соглашения, да? Нормандский формат, и там будут немцы, французы, например, что-то, да? Потому что ни немцы, ни французы, вы увидите, как вели себя все это время. И в начале войны как вели себя. Как вот этот обмен так называемых преступников на поле заключенных, лишние там у свидетельства. Украины там вообще не пахнет, да? Там пахнет безнравственностью и прагматизмом. Поэтому, когда вы это все видите, вы должны понимать, что и нынешние переговоры точно так же будут, никто не будет защищать там интересы Украины. Интересы Украины могут защищать только Украина сама. Интересы Азербайджана, группы ОБСЕ, где находятся три сопредседателя. Соединенные Штаты Америки, Франция и Россия. Это все те три, которые в первой Карабахской войне наказали Азербайджан и Бишкекским протоколом. Забрали, помогли Армении оккупировать Карабах и 7 районов вокруг него. И нас еще назвали агрессорами. Вот эти, и что, как вы думаете, в этих переговорах что-то светило Азербайджану? Нет. Но Азербайджан шел на эти переговоры, играл в эти игры. Играл в эти игры, не подписывал никакие документы. Вот эту игру продолжал с ними. Как говорил вот президент Азербайджана на этой пресс-конференции, жал даже руки этим головорезам. А сейчас этих головорезов не сегодня, завтра, мы не сомневаемся, они еще будут сидеть. Когда конъюнктура так ляжет, и мы их притащим, и они сядут в соседние камеры с этими. Понимаете, и никто их защищать не будет. Никто их защищать не будет. Потому что конъюнктура, а они же преступники, просто не всегда же преступников выдают. А когда конъюнктура так срабатывает, значит, этих преступников, выдали же этих преступников, вот этого убийцу в Германии, так и этих тоже выдадут. Потому что если мы сумели нейтрализовать Россию, двух преступников оттуда надо будет, нам Россия тоже даст. Просто надо, чтобы это было выгодно той же России. А когда-нибудь это тоже состоится. То есть я к тому говорю, что вы должны понимать, какая-то сложная игра, шахматная такая игра. И вы должны знать, что никто не будет защищать ваши интересы, кроме вас самих. Просто вы должны сделать так, чтобы те другие центры, которые вовлечены в эти игры, им было бы выгодно защищать вас или нейтрализовывать вас. Вот мы же сумели нейтрализовать ту же Россию. Многие вот сегодня говорят, я иногда на украинских каналах слышу, там, или когда я же мониторю все каналы, да, и когда кто-то что-то начинает говорить то про Азербайджан, то про Турцию, про их взаимоотношения с той же Россией, да. Вы что, не понимаете, что Азербайджан исходит из интересов Азербайджана, а не из интересов США, Евросоюза, Украины, Грузии или кого-нибудь? Но в то же время Азербайджан, заметьте, да, больше всех стран бывшего Советского Союза в гуманитарном плане поддерживает Украину. Больше всех. Больше всех ни одна страна в гуманитарном плане, из постсоветских, я имею в виду, да, не поддерживает. И при всем при этом мы, вот видите, ведем определенные отношения. В 2008 году я вам сказал, как мы поддерживали ту же Грузию. Потому что это не наша война.
мы не можем туда вовлекаться, но то, что нам нужно делать, чтобы показать и украинскому обществу, и грузинскому обществу, да, и молдавскому обществу, мы же даже в рамках ГУАМ находимся, Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова, да, в рамках политического союза, просто этот политический союз вызывает ревность, конечно, в той же Москве, да, и поэтому мы не можем его реально как-то реализовывать, но если мы не можем это реально реализовывать вчера, сегодня, а завтра, это вполне возможно, точно так же, как эти союз этих самых организаций тюркских государств. Вчера одна тема мала, а сегодня уже, посмотрите, это уже на слуху, уже об этом говорят, уже встречаются, общаются и так далее. Там, это процесс. Поэтому это, в этом всем надо принимать участие, надо понимать, какие идут игры. И вот так однозначно рассматривать не надо. Если Азербайджану сегодня выгодно, лояльность той же России, значит, мы будем делать все для того, чтобы это была, Россия была бы лояльна по отношению к Азербайджану. И как мы это добиваемся, это уже успехи нашей дипломатии, потому что война на российско-украинском фронте – это не наша. Помогать Украине в гуманитарном плане, мы помогаем все, что мы можем. И Украина это прекрасно знает. Более того, есть огромное количество вещей, которые сегодня, может, и не надо озвучивать. Но об этом знает и ваш президент, и ваше военно-политическое руководство. То есть поэтому и Россия за этим внимательно точно так же следит. Есть вещи, которые Азербайджан не может делать. Потому что пускай делают Соединенные Штаты Америки, пускай делают Европу, пускай делают все те, кто виноваты в этой войне. Пускай они это делают. Понимаете, это Азербайджан не должен это делать. Точно так же, как та же Грузия, например, да, которой вы предъявляете иногда часто претензии, да, или тот же Израиль, или кто-нибудь еще. Всегда надо вспоминать, где эти страны находятся, в каких взаимоотношениях они с той же Россией, та же Грузия, да, посмотрите, во времена Саакашвили она сделала все для Запада, Запад продал, и теперь Саакашвили в тюрьме, Россия на ногах, война на вашей территории, Грузия смотрит на эту ситуацию, боится России с одной стороны и не доверяет тому же Западу. И что делать той же Грузии? Она поэтому сидит и не лезет никуда, и не рыпается. А кто-то хочет раскачать эту ситуацию там в той же Грузии. А вы иногда и наезжаете на них, я вас прекрасно понимаю, но вы поинтересуетесь мнением грузинского общества. Оно такое же прекрасное по отношению к вам, как и мнение азербайджанского общества. Это однозначно. Но другое дело, это политика. Если политики пришли к власти, они должны сидеть у руля этой власти. Если они правильные политики, они государственники, они руководствуются интересами своего государства, они должны думать только о том, как сделать так, чтобы вот это, так сказать, Титаник затонет, или эти геополитические процессы, которые, эта турбулентность, чтобы никак не отразилось бы на нашем государстве, в нашем регионе. Потому что это не только российско-украинская война, а взаимоотношения Израиля с Ираном, которые сегодня тоже все на ушах стоят, у Азербайджана границы с Ираном. Там половина населения сегодня этнические азербайджанцы. И это все непосредственно в нашем регионе. Поэтому, а как нам здесь вести? И когда кто-то сидит и говорит, о, Шойгу прилетел в Баку. А куда он должен прилететь? В Киев должен прилететь? Или в Вашингтон должен прилететь? Он прилетел в Баку, потому что он прилетел в Иран, а оттуда он прилетел в Баку. И он не просто так прилетел в Баку. Он обязан был прилететь в Баку, чтобы считаться с интересами Азербайджана, чтобы Иран считался бы с интересами Азербайджана, и Россия считалась бы. Потому что вы тут играете в свои игры, а у нас тут свои игры. И не вздумайте в этих играх под раздачу давать Азербайджан. Азербайджан уже не та территория. Потому что если Иран что-то не то сделает, у нас есть как рычаги влияния на тот же Иран. Поэтому Иран ведет себя, посмотрите, как хорошо сегодня, вроде бы, да, по форме. И президента даже избрали этнического азербайджанца, чтобы азербайджанцам и туркам это понравилось бы. И вдруг внезапно погибает президент Ирана, Ибрахим Раиси, который был, ненавидел Азербайджан, наехал на азербайджанское посольство, убийство азербайджанского дипломата. Год у нас не работало посольство. И этот Ибрахим Раиси котировался кандидатом нового духовного лидера. Духовный лидер уже стареет, он хочет себе кандидатуру. А кто будет? Ибрахим Раиси сняли, а кто его убрал? А вдруг выясняется, что сегодня реальная кандидатура уже сына. И значит, сын конкурировал с этим Ибрахимом Раиси. Можно много чего конспирологически строить? Можно. Я не конспиролог, я это не люблю. Я базируюсь на факте. Я на факте базируюсь, что президентом стал человек, который не претендует никаким образом на роль духовного лидера. Более того, делают какую-то отдушину, чтобы туда как будто бы завтра списать все проблемы из социального порядка в том числе. Даже духовный лидер дает этому лидеру, президенту Ирана некоторые свои военные полномочия, что завтра если что-то случится, что всех собак на него повесить. В этом было. Значит, они понимают важность азербайджанской тематики, азербайджанской улицы в иранском внутриполитическом раскладе.
Исходя из этого, делаешь, что Ирану эскалация сегодня не нужна. И исходя из этого, я могу спокойно сказать, она не нужна сегодня ни Соединенным Штатам Америки, она не нужна ни России в том числе. Поэтому, камон. И исходя из этого, поэтому Шойгу туда приехал. Ну, Шойгу приехал еще попиариться, показать всем Западу, что вот видите, мы здесь реальная сила, с нами считаются и в Тегеране, с нами считаются и в Баку. Поэтому вы с нами на нас сильно не наезжайте на украинском направлении. Вот видите, мы вам сделали еще реверанс, обменяли преступников на ваших политзаключенных, подчеркиваю, на их политзаключенных, потому что эти политзаключенные являются в первую очередь врагами Украины, врагами Азербайджана, врагами Грузии. Эти все российская либеральная оппозиция, эти все Латынина, Матынина, Ходорковский, Мадарковский, вот это все, они имперцы. Они всегда выступали против территориальной целостности, суверенитета и Украины, и Азербайджана, и Грузии, и Молдовы. Для них, у них идет борьба за власть. Если, более того, они были плавно встроены в российскую систему, да, власти, и прекрасно сидели и не тужили. Да, и для них даже создавали каналы, и «Эхо Москвы», и «Дождь». И они там вот отдушина была, да, как вот этот, в Иране сейчас делают это отдушина в лице этого президента. Также им разрешали говорить то да сё. Пока демократия с автократией делали деньги. Как только они поругались, разругались, теперь и на них стали наезжать. На них наехали по полной программе. И теперь они вышли из тюрьмы в первую очередь. Что говорят? Про Украину они что-нибудь говорят? Нет, они ничего не говорят. Они только говорят о том, что не надо всех россиян, простых россиян под гребенку. Каких простых россиян? Сотни тысяч простых россиян убивают сотни тысяч простых украинцев. Вот эти простые россияне, это же не только власть убивает, эти простые, более того, это пользуются поддержкой в российском обществе. Так вы за что ратуете? Значит, они сегодня ратуют за эту страну, за, если бы они ратовали бы по-другому, если они защищали бы принципы, тогда можно было бы сказать, но они никогда не защищали принципы. Они все время, во время во Второй Карабахской войны, вся российская либеральная тусовка, так же, как во время Первой Карабахской войны, поддерживали Армению. Почему? На каком основании? А где международное право? И почему вы сегодня на Западе пользуетесь такой популярностью? Вы, враги Украины, вы пользуетесь на Западе популярностью. Из кухарки Тихановской делают лидера белорусской оппозиции. Из жены покойного Юлии Навальной делают покойного Навального Алексея, делают тоже мыльный пузырь. Из этих всех людей, вот я вчера смотрел и опешил буквально, прямая трансляция была, «Голос Америки», русская студия, у них там прайм-тайм вечерами, всегда бывает прямая. Первые 15 минут прайм-тайм времени, ну, должны начать вот с курской тематики, с ближневосточной тематики, каких-то таких, да, сообщить событий, которые международного масштаба. Представляете, у них 15 минут пресс-конференция Яшина, который там где-то в Германии собрал 30-40 человек, и они, это как будто бы событие международного масштаба. Да кто его знает, кто его слушает, кому это нужно? Это совершенно никому не интересно. Может быть, первый день, когда их обменивали, это была тема международного уровня, да? И все понимали, что это сделал именно Олаф Шольц вместе с Байденом, договорились использовать во внутриполитической кухне. Может, многие из вас, украинцев, не знаете о том, что именно проблема была в Германии, потому что Путин четко поставил условие освободить Красикова. А чтобы освободить Красикова, Германия должна была как-то это продать своему обществу. Шольц не мог это сделать. Поэтому в срочном порядке нашли 5 немцев на территории России, их арестовали, так же, как американцев до этого. И появилась тема для обмена. И Шольц это спокойно продал. Это не только же американцев освободили. Это и вот немцев освободили в том числе. Этот спектакль разыграли немцы, Россия и американцы в том числе. Для чего? Потому что здесь президентская кампания. Этот реверанс Москва сделала, администрация Байдена. Потому что Кремль понимает, что, оказывается, Трамп может и не пройти. Поэтому не надо дразнить гусей в Белом доме, потому что вдруг там администрация Трамп проиграет, а нам еще с этими работать. Поэтому давайте я и на этой тематике им подыграю, давайте на иранской тематике отправлю туда Шойгу, тоже покажу. А вы на меня, на украинской тематике, сильно не наезжайте, наоборот, на Украину наезжайте, чтобы тема переговоров сегодня как-то озвучила. Видите, я как вам так всю палитру разрисовал через вопрос, который вы сказали, опыт Азербайджана. Да? Опыт Азербайджана, потому что я азербайджанец. Азербайджан – моя родина, и если я, живя в Америке, вот это так воспринимаю, и для меня главный приоритет – защищать мою родину, и таких, как я, 10 миллионов. То есть если мы понимаем это все, если общество понимает, власть это понимает в едином цели, тогда мы понимаем стратегию нашей страны, и мы понимаем тактическую реализацию этой стратегии. Вот это вы должны понять, вот что нужно вам опыт. А теперь, исходя из этого, вы уже должны понимать,
в Америке, как вам надо работать, в Европе, как надо работать, в Китае, как вам надо работать, как вам надо работать в Израиле, как вам надо вести себя внутри своей собственной страны, потому что опыт Азербайджана лишнего того свидетельства. У вас нет консолидации. Ваша ахиллесова пята – это то, что у вас нет консолидации в вашем обществе. У вас по сегодняшний день идет внутриполитическая борьба. И вы очень неправильно работаете с теми странами, которые, в лояльности которых вы нуждаетесь. И это не только коллективный Запад. А это огромное количество стран, которые сегодня, для которых это не их война, но они имеют большие возможности по всем направлениям для того, чтобы усилить ваши позиции. И не обязательно даже публично. Вот Азербайджану это удалось. И нам удалось добиться результата вопреки России, вопреки Франции, вопреки Соединенным Штатам Америки. Мы это сделали своими, так скажем, местными возможностями. Да? Но мы сумели нейтрализовать эти главные центры. Мы сделали так, что им стало выгодно. И американцы сегодня смиряются. Никто не радуется. Ни в России не радуется, ни во Франции, ни на Западе, ни в США в том числе. Но мы их заставили с этим считаться. И дальше больше. Просто, опять же, мы держим ухо востро. Армия у нас усиливается. Если Армении кто-то будет давать оружие на 10 миллионов или на 100 миллионов, можно не беспокоиться, в 10 раз Азербайджан закупит оружие. И у нас есть где его закупать, у нас есть кому его продавать. То есть мы показываем, что кнут и пряник. И на Армению мы это регулярно им говорим. Идите, подписывайте мирный договор на условиях Азербайджана. Американцы торопят, нас на нас давят. Они, американцы, Армению поддерживают. Потому что это им зачем нужно? Потому что армяне знают, что если завтра Трамп придет, ситуация поменяется. Поэтому нужно подписывать сегодня. Трамп, Байдену это нужно, чтобы продать это американцам. Вот я, смотрите, добился мира там. Азербайджану это надо? Все. Нам это не надо. Нам нужен мирный договор на века, но на условиях Азербайджана. Так и будет, рано или поздно. Что ж, благодарю вас, господин Янус, за очень важный разговор, но, конечно же, за советы, которые, я надеюсь, в Украине также будут принимать к сведению и работать также вот по такому сценарию, по которому и вы нам радите. Благодарю вас, ну и, конечно, давайте уже до новых встреч. Дякую, до побачення. Слава Украине. Дякую вам. Героям слава, друзі. Раміс Юнус був з нами. Це американський політолог, експерт із міжнародної політики і екс-керівник апарату уряду Азербайджану. Дякую кожному. Будь ласка, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі, ваші думки. Важлива кожна ваша думка. Ну і, звісно, підписуйтесь. Дякую. Бережіться.